Так, урок с Татьяной Ткаченко, Шуман. Пьеса номер один из детских сцен, киндерсцены. Танюша, я вам сейчас просто наиграю немножечко, послушайте. И тогда вы поймете, у вас аккомпанемент налезает все-таки на... Вы меня слышите? Если будет звук плыть, скажите мне, я тогда пришлю вам голосовое сообщение. Слышу. Сейчас еще раз. Когда я вам пришлю голосовое, это вот смотрите, вы должны вот это вот тара, вторые голоса играть легче, потому что звучит так: си, соль, си, соль, соль, си, понимаете? Вы как будто бы восьмые пускаете в мелодию, а должно быть си, соль, фа, ми, ре, си, соль, фа, ми, ре. Первый палец у вас немножечко в правой руке, у вас там идет из левой в правую фактура, так? И вот у вас получается так. А надо та-та, та-та. Вальсообразная немножко фактура. Раз, а потом два, три легче. Особенно три. Та-ра-ри-да-ра, па-па-па-па-па. Вот это вот момент перехода. Первый палец тяжелый, вы его не контролируете. И немножечко получается, что вот... Вот этот вот аккомпанемент из, в левой руке, где бас ясный, а это... Понимаете, да? Вот, теперь Келлер, там у вас получается, во-первых, тоже с аккомпанементом вы немножечко не разобрались. Во-вторых, вот это первое форте, я вам уже говорила, аккорды мы играем ярче, а правая рука сразу легче. Вот получается. А у вас играется так. Вот этого не надо. Правая рука вот здесь. Вот, вот она аккомпанемент. Вот эта вот фактура вся. Получается. Вот это опять вылезает. Прямо вот вы держите длинную ноту, Танюша, длинную держите, а вот эта терция, вы ее снимаете. Длинная пятый пальчик держит, а терция снимается. Да, снять. И причем удержать на напряжении длинную ноту. Все, вот ваши задачи. Но вот меня больше всего, конечно, волнует Шуман. Вот это вот. У меня тут телефон лежит. Я положила телефон близко. Никак вы места не найдете в нем. Или вы играете там па-па, или там па-па. То есть или 32-ю играете, или длинную еще 16. А здесь надо сказать Таня, Танечка, Ничка. Ничка не надо. И Ничка. Нехорошо. Танечка, Танечка. Идите за текстом. Вы же вокалистка, вам удобно по тексту. А здесь слушайте гармонию. Вот это вот. И дальше из ничего, из пианиссимо. Thank you.
чтобы первый палец или второй палец, в зависимости от, да, чтобы он не вылезал. Вот это.